Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот. Не успел кот приехать домой. Как всегда, события интересные. Вот смотрите. Это я снимаю со своего балкона. Стоят два гаишника с самого утра и тормозят всех подряд. Вот смотрите. Вот остановили автомобиль. Проверяют документы. Не знаю, что говорят. Очень жаль, что я не слышу. Что такого еще не придумали. Вот смотрите, что будет дальше. Кстати, когда я это первый раз увидела сегодня, как остановили два гаишника, две машины. Один разбирается с одним, другой с другим. И багажник открыли они. И документы они все им показали. И что-то там еще. Потом одного пригласили к себе в салон гаишной вот этой гаишной машины. Не знаю, что там было. Наверное, оформляли. Потом. Ну, то есть они очень-очень долго докапываются. Не знаю до чего. А один просто потом взял и дал им денег. То есть вот так. Это все просто напрямую, не скрывая. Так вот вышли, рассчитались, откупились и уехали. Потом, значит, ну, мы тут с мамой посмеялись над ихними нравами. Вот, потом я собрался, пошел в аптеку, в магазин. Возвращаюсь, картина не меняется, все то же самое. Все то же самое. Вот, видите, вышел водитель. Ну вот наблюдайте сами. Конечно, не будет видно самое главное. Все, они ушли. Вот смотрите, водитель идет. Они его пригласили к себе. Это уже картина, ребят, повторяется уже несколько раз. То есть я увидел это первый раз и посмеялся над этим. Вон, видите, на той стороне еще. К другому подошел, вон, видите, из-за столба не видно. Вот. Тот открывает дверь, смотрите. Кто может увеличить? Увеличьте, может быть, там рассмотрите какие-то детали. У меня просто техника такая, простите. Я не могу сделать на больше увеличить, у меня все расплывется. Вот, видите? Что-то там он ему говорит. Вон, видите, дает ему бумагу формата А4. Это я сейчас говорю про того, который через дорогу. А здесь ДПСная машина. Первый гаишник разбирается там внутри, в своем салоне, с водителем. Вон того автомобиля. 288 КС-01. Вот этот водитель попал, а этот... Не знаю. Вот смотрите. Тоже вышел. Вот смотрите. Сейчас они перейдут дорогу, ждут, пока проедут автомобили. Вот он. Сейчас тот тоже что-то забыл у себя в салоне, все закрывает. И пошел. И пошел тоже. Вот. Садится тоже в салон. Вот они всех так стригут сегодня. Время 11 час утра. Это, наверное, часов с 9, как началось, так оно и продолжается. Вот так.
То есть я увидел это первый раз, рано утром, и пошел по своим делам. Возвращаясь, мамка говорит, я уже такие, уже повторы таких картин видела уже три. Я говорю, ой, как интересно, пойду-ка посмотрю. Выхожу на балкон курить и наблюдаю. Ну, то есть это не заканчивается. Вот, решил показать вам. Этот вышел и стоит. Штаны вон подтягивает свои. И палочку-выручалочку крутит, мутит. И смотрит. До кого же еще докопаться? Вот так они стригут бабки с самого утра. Ну, скоро Новый год, надо же подарки, там все остальное. И вообще погулять хорошо надо. А тут бах, и деньги, наверное, закончились. Это регион 01. Республика Адыгея, ПГТ Яблуновский. Так, вот он вышел, водитель, и к себе. Все, они с него, наверное, денежку там взяли. Так. Все уселись в машину к себе, ДПС. О, ну, наверное, набрали нормально. Собрались, поехали. Ну, остановили, наверное, автомобилей 10. Им хватит, ребят. Вот, смотрите, это улица Гагарина, ПГТ Яблуновский. Вот это место. Вот напротив аптеки, напротив вот этого дома. Поняли, да, где? Напротив ЖК «Космоса», где я живу. Вот наши балконы. Вот тут вот они стояли, ребята красивые. Вон там у нас компаньон Сити ЖК, знаете, да? Ну, кто смотрит мои ролики, те знают. Так, там Пятерочка. Вот дальше мы смотрим. Тут вот наша остановка. Тут вот так. Вот. Вот на этой улице. Вот на этой улице. Кстати, утро задалось у них на славу, и погода сегодня хорошая. Неплохая такая. Нормальная. Ну а с вами был Чеширский кот. С очень интересным видео, я думаю. Пока-пока!